Галина Викентьевна Кузнецова встречает долгожданных гостей. Им в своем доме она всегда рада. Ее рассказы о работе на заводе «Кузбасс-элемент» любят школьники. Да и просто горожане вниманием не обделяют. Ресторан «Виктория», бизнес-отель «Виктория», «Грицук». Спасибо. Семьи «Грицук», Татьяна Магаристина, Олег Александрович. Мы приготовили подарочки продуктовые. Спасибо. Сладости к чаю. Спасибо огромное. Олег Александрович всегда нам помогал и помогает. Вообще очень хороший человек. Очень. Галина Викентьевна – одна из старейших ветеранов бывшего завода «Кузбасс-элемент». Труженица тыла, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. На заводе отработала 38 лет. Приехала в Ленинск в 1953 году. Начинала с должности мастера формировочного цеха. А потом стала начальником цеха номер 7 – гордости завода. Славился он прежде всего как комсомольско-молодежный. Ему одному из первых в Ленинске-Кузнецком присвоили высокое по тем временам звание коллектива коммунистического труда. А выпускаемая продукция – изделия оборонного значения – имела знак «К». Я работала всегда с радостью. Я любила очень свой цех, своих ребят, которые у меня работали. Коллектив у нас был дружный. Подарки от предпринимателей и Совета ветеранов бывшего завода «Кузбасс-элемент» к 9 мая получат 34 труженика тыла. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.